Провожу калибровку датчика тока на полетном контроллере MATEC F405SI. Использую 5-дюймовый дрон с пропеллерами 4838 Дельфин. У меня прибор также ваттметр и компьютер с программой INAV 7.0. Значит, подключение идет от аккумулятора 4S емкостью 4,2 ампер часа. Сборка Малисель 45 ампер. Ну, в общем, провожу 6 тестов со значением в программе 179. Хотя желательно бы 317 попробовать. Ну, посмотрим. Пока 179. Итак, запускаю моторы. Запускаем эту сеть. А, записываем показания перед стартом. Ток на полетном контроллере 0,76. Первый 0,76 ампер. Показания прибора 0,38. Так, первый запуск. Шестнадцать процентов. Показания полетного контроллера 0,91. Показания прибора 1,22. Увеличиваем. Тридцать процентов. Показания полетного контроллера 2,79. Показания прибора 3 ампера. Два. 79. Показания прибора 3 ампера. Увеличиваем. Пятьдесят один процент. Полетный контроллер 7,47. Прибор 7,53. Поднимаем. 63%. Прибор 5. Прибор раскаливает.
58%, прибор 9.33. Полетный контроллер 9.25. Я думаю, достаточно. С этими показаниями. Ну, шестой делать не будем, уже прибор за 10 ампер он не показывает. Только до 10 ампер. Ну, можем попробовать сейчас еще сколько. Шестьдесят процентов показания полетного контроллера. 9.77. Показания прибора 9.78. Выключаем. 9, ну, практически одинаково. Ну хорошо. Нам надо среднего взять. Так, меняем на 317 значения в конфигураторе. Поменял значение на 317. Ну, пару тестов просто. Посмотрим, что будет. Да сразу 60%. Хотя бы 50. Не будем даже здесь. Показывает, значит, значение в статическом состоянии 40. И здесь 39. Ну, запишем на всякий случай. Это 317. Так, первое 39, а здесь 0.40. Давайте. Шестнадцать процентов. 0.48. 0.48. А здесь 1.19. Дальше. 30%. 1.52. 1.52. Третий. И здесь 2.95. 2.95. Дальше. 40%. 2.70. 2.70. 5.0. Ну и 50%. 51%. 4.12. 4.12. И здесь 7.43. 7.43. Выключаем. Ну, разница огромная. 4 и 7 ампер.
То есть 3 ампера разница в показаниях, это очень много. Возвращаем, скорее всего, что оставим 179. Сейчас посчитаем. Перейдем к подсчетам. Итак, заносим наши измерения в компьютер. 179 у нас величина постоянная. Так, показания полетного контроллера. Первоначально 0,76. Показания прибора 0,38. Вторая строка показания прибора 9,78. Что мы видим? Новое значение полетного, то есть новое значение датчика тока необходимо выставить в программе 177. Вот это вот значение, которое мы должны будем установить. Не понял. Ну, округлен 178 на единичку тут. Произошло округление. А 317 нам никак не подходит. Там слишком большая разница. Так что, в принципе, то значение датчика тока, которое нам по умолчанию дает производитель 179, а оно является реальным. Можно 178 ставить. Но это все зависит, какие у кого будут в тестах значения и как оно даст. Ну вот у меня такие значения. Ну все.